Трэл. Хмелевка. Февраль. Середина февраля, глухозимия. Вон, покажи, Камс что-то делает. Сергей. Сенса с черный там, со старых запасов. Сыр здесь. Ладно, мы сегодня замешаем формулу. Вчера нам Боча подогнал пакетик. Замесим сырую и немного как бы сухое оставим, чтобы сыпать. Ладно, попозже поставим жерлицы. Все? А че? А че? Выбрался. С нормальными пацанами выбрался на рыбалку. С нормальными. Утро в хату. Несколько лунок сделал. Серега куда-то нас завел. Вот там основная Волга, здесь зона островов, а тут все вот эти вот глухие протоки. Попробуем красноперочку половить. Утвичку. Такой шарик делаем. Прикормка она. Шарик до дна не доходит, он сразу рассыпается. Облако образует. Диман поймал одну плотвичку. Пожертвовал мне ее на жерлице. И что-то у него там шевелит. Нахрапом берет. Макс ушел дальше. Вот он. Вот он, красавчик. Можно две жерлицы уже поставить. Макс так и ждет, когда сейчас Диман наловит. Он все думает, щуку уже представляет ее в котлете. Вот Диман говорит, черточка появилась. Значит, рыбка подошла какая-то. 2 метра глубина. Опять какая-то черточка на самом дне. И микрошлейф, как бы мормышка идет. Сейчас пробует, вон над ней. Ой, хорошая. Ну-ка, ну-ка, что он говорит? Удачу, ты смотри, пятно какое. Продолжу репортаж. Успешно сейчас с Максом прозевали одну поклевку щучки, живца малька съела, не помню, что там. Окунь или этот. Вон Макс сидит там, пасет щук, пацаны ловят окуньков. Прозевали мы поклевку. Ладно, хер с ним. Сейчас попробую вот на такую самодельную удочку половить на маленькую блесенку посеребряную окунька. Удочка очень легкая, каждую поклевку будет чувствоваться. Леска на мотовильце здесь намотана. Ладно, посмотрим. Полметра от берега, глубина 2 метра. Поймал такого окунька на блесну. Вот там было мелко, где Макс будет. Где-то полметра. Здесь вот уже метр. 1.20-1.5 метра. Вот на такую самодельную удочку. Стремную. Легенькую. Но зато поклевка очень хорошо чувствуется. Блесна как бы посеребряная, правда. Уже потускнела. Все, радости предела нет. В Чебоксарах, в островах сейчас проходят соревнования по блесне. А у нас тут свои соревнования. Ловим окунька баса настоящего. О, жердяй. Вот этот толстый окунь. Какой толстый это? Чуть больше, чем на окунь, но зато приятно. На такую вот самодельную удочку, легенькую вообще, блесенку классно бьет. Вон какой красивый окунек. Короче, ловили сегодня везде. И на прикормку рыба как бы отзывается, мелкая-мелкая плотва. Красноперки ничего нету. На жерлице, как говорил, один сход был. Сейчас он взялся за такую херню, как безмотылку, гвоздишарик. Вот. Гвоздишарик такой черный, с латунной коронкой и вот шарик. Ловим. В общем, я, блин, первый раз в жизни ловлю на безмотылку. Вообще такая прикольная
тема. Главное, ровная, стабильная игра, и все будет вообще классно. Так рыба вешается вообще, и плотвичка, и окуньки. Говорю, вот что-то в этих островах рыба очень мелкая, поэтому не смотрите, что прям вообще окунек такой. Размер просто. Но сегодня погода очень теплая. Это радует, вообще сидишь, кайф. Наслаждение, а не рыбалка. Такую погоду, уже весна. Сегодня 11 февраля, уже скоро будет такая весна, что пару рыбалок и все. Ручьи потекут, тут уже лед. Макс уже он провалился где-то по пояс сегодня. Сейчас ходил куда-то он там в островок. Заливчик, что ли. Пришел, говорит, по пояс провалился. Сейчас пока камеру включал, видимо. Окуня отошли, не разыграл. Ну вот, ребята, взяли вот такую красавицу на жерлице. Макс ушел куда-то там за острова, провалился. Серега вон там рыбачит. А у меня тут что-то я пошел после безмотылки. Посмотрел, два подъема там было вот. И смотрю, один здесь прибежал, катушка полностью вымотана. И вот такая рыбка нас ждала. Вот такая рыбка нас ждала. Ах, прекрасная рыбка. Сейчас я вам покажу. Ах, вот такая прекрасная щучка на жерлицу взяла. Диман нам сегодня жерлицы дал, сказал щуку мне. Вот. Ну, конечно, не особо большая, но зато приятно. Сработало, сработало все-таки. Весенний день. А, здорово. Он у тебя суспендер? Куда там, блин? О, было. Ну, видишь, вижу. Наёбывает. Лубна долбит, да? Оп. Хитрая плотва, хитрая. О! Как она, блин. За кончик мотыля хватает. Ага. Чтобы не дергало ни за что. Камс, ты ж синий весь уже, блин. Один хер. Вот и рыбка. Ой, густерочка. Да? Нормально. О. Вот камс наконец-то выдрал плотвичку. Макс скоро, говорит, подойдет там. Жизнь налаживается. Сейчас Макс придет и тоже сядет, и все, и до вечера не уйдем. Уже 3-4 часа. А я там рыбачился. Реальные пацаны еще не нарыбачились. Хера. Раз в полгода на рыбалку. Стояка сейчас. О, нихера там, с ума сходит поплок, реально. И на подъем, и вообще на утоп куда-то там. Поклевка на каждом проводке. Ну да. Кончик она мотыля. Вообще долбит туда-сюда. Кончик мотыля дергает. Так она у тебя там гуляет вся какая-то. Вот она, да? Вот она рыбка.